Надо человеку здоровый. Так я, блин, тебе курить. Спасибо. Спиной в зал. Двойной бицепс. Спасибо. Широчайше. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Спасибо. Приз бедром. Спасибо. Спортсменам занять свои места в линии. Приглашаю на середину сцены следующую пятерку участников соревнований под номерами 40. Лицом к залу. Двойной бицепс. Спасибо. Широчайше. Спасибо. Бицепс. Спасибо. Спина к залу. Двойной бицепс. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Да. Напоминает мне флексибилист почему-то. Не знаю, оптимист. Так тут некоторые позы прям вообще расставят. Спасибо. Пресс бедро. Спасибо спортсменам занять свое место в линии. И сейчас будет сравнение уже по предпочтению по сути. Юра. Двойной бицепс. Спасибо. Широчайше. Спасибо. Бицепс. Спасибо. Спиной к залу. Двойной бицепс. Спасибо. Широчайше. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Спасибо. Пресс бедро. Мне кажется, нужно учредить приз специальный за самую оригинальную прическу на соревнованиях. Спасибо. Просьба спортсменам встать в линию, занять свои места. Наоборот,
Следующее сравнение. Номер 102 на середину. От него... потому что соревнования продолжаются. И сайт fitsport.ru. Чемпион Москвы и России номер 15, мастер спорта Андрей Попов. Попов, номер 15.
представится спортсмен под номером... Под номером... А вот я лучше! 174, Владимир Яков. Я все не видел, блин. Я вообще в треке не видел. Да, я тоже говорю, не видел. Обладателем Кубка Москвы 2014 года весовой категории 95 килограмм мужчин. Посмотри. Слава богу, у женщин еще такой категории нет. Становится Андрей Шпилев. Там не видно, там сечка просто у него, видимо. Друзья, то, что ради чего мы, собственно, сегодня.